О, блядь! Сука! А, иди нахер! Иди нахер, скотина! Блядь, бочки, не мешайтесь! Ух! Проходи мимо, блядь! Вот они, кирпичи! О! 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 Это плохо скажется на вашем рассудке? Я, честно говоря, это плохо скажется на моем рассудке. Что делать-то? Блин, ту свечку можно потушить, нет? Да мне похер на рассудок сейчас. Это что за тень? Это не тень. Так, да? Что мне тут может понадобиться? Давай быстрее, блядь. Я лучше как червь буду ползать. Блин, мне бы какой-нибудь шотган. Какой-нибудь самый захудалый. Тихо, валим, валим. Заткнись, дура, заткнись. Заткнитесь. Тихо, блядь, да харе, уберитесь от меня все эти флешбеки. Да мне насрать, блин, уберите это зрение, я не могу, оно мне мешает. Где эта тварь? Я не хочу ничего поджигать, мне насрать. Я лучше с ума сойду, чем, блин, с ним лицом к лицу встречусь. Это что за нахер еще тут, а? А, блядь! Пошел нахер! Блять, на кой хера, на кой хера? Что это вообще такое, блядь? А! Вот еще тебя не хватало. Блять, пошли нахер. О, жезлы. Да похуй. О, блядь! Скотина. Трудница, хорошо. Хорошо, что я дверь закрыл. Блин, и чё, мне сейчас обратно идти этой долгой-долгой дорогой, что ли? Вы чё, блин, издеваетесь надо мной? Так. Запасной стержень. В кабинетах есть запасной. Используйте его. Да я взял уже запасной. Блять, после этой игры, если я ее пройду, у меня будут просто стальные яйца. Я не хочу туда идти. Давай быстрее привыкай к темноте. Чё, где он? О, блять, вон он уходит. Блять, он сюда идет. О! Все, мне хана, он меня увидел. О, блять, о! Скотина, все, пиздец. Ну все, хана. Не надо, дяденька, не убивай меня. Вот это было дело.
Уйди отсюда. Фух, так, надо опиум пожрать. А то у меня уже, блин, кровь пульсирует в голове. Руки трясутся. И не только у персонажа, но и у меня тоже. Блин, надо быстрее выбираться отсюда. Как я выйду, если он там ходит? Скотина прям за мной бежала. Так, ну может он ушел? Блять, ну что ж делать-то? Хоть вот эта херня потухла. Двери нет больше. Блять, все хана. Ну это просто хана. Да-да-да, я знаю. Давайте как Сайгаки, может далеко упрыгаем, нет? Да-да, я знаю, да, далеко я не уйду. Что ж поделаешь? Это было предсказуемо. Давай, братик, давай, давай, да похеру на всю, блядь. Не ушел. Да, ребят, да. Идите осторожно. А я что, не осторожно шел, что ли? Ладно. Куда уж осторожнее-то? Это мразь, я ненавижу ее. Я сейчас туда пойду и с ним встречусь. Ой, блять, он идет. Он где-то рядом. Блин, хоть как-нибудь под дверью можно было посмотреть. Блять. Ну, сука, он меня осадил просто тут. Не хочу ничего знать, ничего видеть не хочу. У меня и так в голове уже тараканы бегают вон табунами, судя по звукам. Ах. Не совсем понимаю, как тебя обнаруживать. Так, а чё у меня, куда делся-то этот опий? Или он исчезает, что ли? Где ты? Нахер ты дверь сломал, скотина? Кончится. Это херово кончится. Давай в угол, в угол. Где эта тварь? Блять, я боюсь. Стальные нервы, стальные нервы. Никого не сын. Идем своей дорогой. Блять, ты где? Ты где, мразь? Тихаримся в угол. Блять, я надеюсь, он не там.
Да блять! Скотина, ну что ж такое? Да сука ты заебешь. Сразу как рубанул. Все, хана. Блин, а выход был так близок, вон там я все осветил уже. Эх, блин, а мог бы жить. Давай, братин, давай, давай. Ну что, поможет мне кенгуру, не поможет? Да навряд ли поможет. Да. Фу. Да уж, блин. Это жопа. Ой, так, хорошо мы тут оказались. Это уже радует. Так, надо затихариться куда-нибудь, куда-нибудь, блядь, давай быстрее. Давай, давай, вот сюда в угол, давай, 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 в темноту. Давай. Все, сиди. Ну и чё? Ты будешь выходить, нет? Вот чё в игре хорошо, это чекпоинты. С этим просто отлично. Буквально на том месте оказываешься, где он же. Так, ну чё, он не идёт? Блядь, бежим! Сука, ну чё ты тормозишь-то, а? Иди давай быстрей! Давай, 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 давай! Давай, сука, давай, блядь, иди сюда, давай, давай, молодец! Давай, давай, давай! Этот момент, блядь, был страшнее. Это было страшнее, чем... чем этот подземный, подводный монстр. Который меня невидимый из лужи. Какого, ну какого хера? Что это было? Бля, сейчас я поеду на лифте. Извините, я опять много матерюсь. Я буду много материться, я не могу это спокойно воспринимать. Какого хера? Ага, понятно. Не забудьте сумку, да не. Это что тут еще такое? Не забуду, Гер. Вроде бы пустяк, зонтик от солнца, но в пустыне без него долго не протянешь. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас. Фу, ну слава богу, мы выбрались оттуда, мы оттуда выбрались. Эти скоты засрали, блин, моё. Мою любимую локацию в игре. Она была очень красивой. Так, что нам? У меня уже башка после этого кошмара просто не соображает. Ага, хрен, как мы поедем-то, если надо, нам надо еще стержень вставить. Тут ничего у нас нет. А сейчас мы вставим стержень, и там, наверное, примерно такая же жопа будет. Потому что бежать из самого низа... Тихо. Бежать из самого низа в самый верх. Пока что мне машинное отделение нравилось. Но я думаю, это быстро испортит впечатление. Так, здесь у нас все включено. Че у нас? Так, все понятно. Дрель не исчезла, видимо, еще пригодится мне. Трубы. Дебильно расположенные. Здесь у нас, по-моему, стержни вставляются. Да-да-да. Так, есть какая-нибудь последовательность, нет? А, понятно. Так. А вот это не надо было внимать. Короче говоря, четырехфазные колебания. 4 это значит 4 угла, да? Далее треугольник. Тройчат. Угу. И круглый. А тут цикл.
сделать. О, хорошо. Ну, это было элементарно просто. И теперь, я надеюсь, нам просто остается дернуть рычаг. Там что, кто-то рычал? Надеюсь, нет. Лучше бы, бля, не стоит этого делать. Я сейчас точно, по-моему, просто обосрусь от страха. Это охренеть, это охренеть. Так, блин, надо прийти в себя маленько. Что у нас тут с углем? Уголь у нас тут горит. Так, давайте мы масло восполним. Потому что сейчас, возможно, придется бегать в темпе. И на это просто не будет времени. Так, шестеренки стоят. Ага! Заработало. Все, пора валить отсюда. Сука, опять вы. Опять эти поганые куски мяса. Я надеюсь, тут только вы, потому что вы хотя бы на месте стоите, не гоняетесь за мной. Откуда ты взялся? Блин, надо проваливать отсюда. Ах, скотина. Все хорошо. Я надеюсь, теперь там никого не будет. Тупо пойдем к лифту. Поедем куда-нибудь и там уже сохранимся. Хорошо. Да что ж такое-то? Блин, все порастает этим мясом. Я отсюда пролезу, надеюсь, отлично. Так, все, валим из этого ужасного места. Оно действительно ужасно. Валим. Уильям Смит. Прям Уилл Смит. Что это такое? Мне не надо. Какого хера? Я надеюсь, оно падать не будет сейчас, как в доме кошмаров. Блин. Да это просто какой-то Silent Hill 3. Чё? Скажу честно, я не удивлен. Это такая игра, тут все идет через жопу, всегда и все. В комнате я оказался вместе. Давай, приходи в себя. Так, ладно. На этом мы пока прекратим. У меня очередной переизбыток чувств, пересрач. Продолжать я буду уже, пожалуй, завтра или послезавтра. Мне нужно отдохнуть от этой игры. Надеюсь, вам понравилось, как я тут в истерике визжал. Всего хорошего. Пока.